Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. В МФЦ в эти дни вместо рабочей сложилась напряженная обстановка. Это вызвано огромным наплывом посетителей. Сотрудники не успевают выполнять свою работу. За 5 дней более 500 человек. Именно столько женщин обратились за единовременной выплатой по материнскому капиталу. И это не считая других посетителей. Долгое ожидание в очередях посетительниц не смущает. Они торопятся быстрее получить свои выплаты. Чем быстрее, тем лучше. Сразу, чтобы сразу оформить все. Что тянуть-то? Пока еще не передумали ничего. Мало ли, сейчас подписали указ, потом отменят. Кто знает. Все равно же пригодятся. Однако волнения преждевременны и напрасны. Указ о единовременной выплате по сертификату маткапитала вступил в силу с 1 июля. И заявление на выплаты можно подавать вплоть до 30 ноября. С 1 июля очень активно наши заявители стали обращаться за оказанием этой услуги. В связи с этим у нас образовался немножко, можно сказать, коллапс. Мы пытаемся организовать работу по консультированию, по правильному заполнению образцов заявлений. Для этого выделили дополнительно 2 человека, которые консультируют на одном рецепте, и на другом рецепте у нас консультируют. Перепроверяем правильное заполнение и только после этого даем талоны для того, чтобы людей пригласить в окно и оформить уже заявление. У нас можно оформлять эту услугу в электронном виде. То есть вы можете зайти на сайт услуги.мосрек.ру, вы можете там подать заявление в электронном виде, можете предварительно записаться на подачу заявления. Образцы заявления мы предоставим у нас здесь, в МФЦ. Вы можете эти заявления заполнить дома. Мы всех заявителей примем, но чуть-чуть растяните время подачи заявлений. Потому что такое большое скопление именно в первые дни, когда дали право на получение именно единовременной выплаты, оно парализует просто нашу работу. Выплата производит в течение месяца, пенсионный фонд рассматривает в течение месяца и перечисляет денежные средства.